Боже, какая сирень! И ничего не вечно. Это мама говорит, они шли с Анатолием Ивановичем, а какой-то мужчина подошел и подарил просто так этот букет, да, мам? Да. Он прошел, а потом еще вернулся и отдал. Ну надо же! Вот такой у человека случился как бы порыв душевный, сердечный. И вот я пришла к маме, глянула, вот тут и все. И влюбилась в этот букет. Надо его нарисовать.